Здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники. Сегодня у нас очередной слет юных Василис. Помину премудростями. Вот надо сделать такой шестигранник на штуцере. Ну и сам штуцер. Значит так, для этого нам потребуется вот такой поворотный ствол. На нем стоит токарный патрон установлен. Ось. Центр патрона совмещен со шпинделем станка. Посредством установки, это у нас еще отвращающий центр, а тут центровочное сверло. Вот у нас все совмещено. Все в идеале. Стол закреплен. Раз болт, два болт. И там еще ручка. Продольный, поперечный, все за это. Закреплено. Извиняюсь за звуковое сопровождение, но у нас тише сегодня не будет. Значит, стол у нас имеет гравировку 360 градусов. Чтобы сделать шестигранник, надо до 60 градусов отмерять. Сначала мы... Ай-яй-яй. Кулачки цепляются. А здесь? Здесь цепляются. Так. 180 градусов.
в общем, какие-то 15 минут, и шестигранник готов. О резьбе будет видео попозже. Ну, как-то так, продолжение следует.